Ровно сутки остались у тех, кто ездит на автобусах Мострансавто и собирается приобрести проездной на декабрь. Речь идет о маршрутах номер 541, 542, 575, 549 и 568, которые курсируют от станции Тушинская. С 20.00 5 декабря купить многоразовый билет будет уже нельзя. На сегодняшний день организованы три передвижных пункта продажи билетов. На выходе из станции метро Тушинская, на остановке Ильинский бульвар в микрорайоне Павшинская пойма, а также на станции Павшина рядом с кассами электропоездов. Проездные билеты компании всегда можно будет купить только в определенные даты. Так, абонемент на декабрь доступен с 25 ноября по 5 декабря. Реализация проездных на январь начнется 25 декабря, а тогда в указанных точках вновь появятся передвижные пункты. Пока неизвестно, когда будут организованы стационарные точки продажи. Все транспортные киоски города Красногорск принадлежат компании «Мосгортранс», которая теперь имеет право их демонтировать.